Вот смотрите, у нас на Урале в этом году очень много снега. Такая у нас аккуратная стоит беседка. Она, мы сделали ее с образцов. То есть это беседка коллекции. Выпуска 2-летней давности. С позапрошлого года у нас более усиленные конструкции. Потому что, смотрите, снега сейчас лежит, ну, примерно килограмм 500 точно. Она даже немножко прогнулась. Он мокрый, ледяной. Поликарбонат, естественно, премиум качества, поэтому еще держит. Видите, какой пузырь? Но дело даже не в этом. Дело в том, что раньше делали прогон. Вот он, видите? Соединение труба к трубе. Сейчас же новые, которые мы делаем. Идет стойка вот эта 40 на 40. Это также 20 на 40, но прогоны расположены здесь, вот, в одной плоскости. Вот этих мешков нет. Но даже если это этот беседка стоит у нас. Видите, как приятно. Ваня, покушать, шашлыки пожарить. Видите, сколько снега. То есть даже если мы сейчас ее немножечко подергаем, видите, как ходит. Куда ты, Ваня, убежал-то? Ну, снега, я думаю, здесь 6 квадратов. Где-то килограмм 500-600 на ней лежит. И поэтому сейчас другие, намного усиленные беседки, помощнее. Видите, мы тут даже сделали боковую защиту, потому что, когда делали без нее, из остатков поликарбоната, дождь, когда бежит, он прямо на спину бежит. Сначала мы сделали от ветра нижнюю часть, потом, когда пошел дождь, сделали до конца. Видите, из кусков. Поэтому всем рекомендую все равно закрывать вот эту боковые стороны. Потому что, если дождь косой, у вас вся спина будет сразу же мокрая. Не очень удобно. Ну что еще? И получается, вот эти все. Вот, вот этого прогона тоже не стало. Ваня, вот этого же тоже нету, получается. И здесь вровень все идет. То есть вот этого, например, щели нету. То есть все идет прогонное, стандартное, как на теплицах. Здесь у меня, видите, свет подключен. Сделан. Коричневый свет 8017. И вот этих уже торчащих элементов нету. Ну, здесь болтик просто подлиннее. И все вровень идет аккуратно, четко и качественно. Все как обычно. Также мы сделали, если заметили, здесь отливчик, чтобы вода по стене не бежала. Уголок отлив. Вот такая беседочка у нас стоит на даче. Поэтому заказывайте. Также еще рекомендуем лучше сделать буквой П. Так что буквой П, как у нас на базе стоит, и закрытая стена. То есть у вас 100% с той стороны будет всегда сухо. Потому что, если вы видите, видите, вот снег, он падает. Ну и дождь ледяной, это ледяной дождь лился, видимо. На столе лед. А так, даже если с монтажом, мы все равно не даем 10 лет гарантию по снеговой нагрузке. Так что приезжайте, заказывайте. Все будет отлично. Юля, ты что пьешь? Кофе, чай? Чай. Чай, супер. Тут все работает, в общем, пашут. Сейчас мы потом пойдем теплицу обзор снимать наших. И снежки. И снежки? Круто. Вот так вот. Сейчас попьем кофейку от уральской усадьбы.